Сердцами против стали, смекалкой и умом мы за Россию встали, за мать, за отчий дом. Пусть зло торжествовало, и лжец у власти был, пусть Бога не хватало, зато надежный тыл. Пусть зло торжествовало, и лжец у власти был, пусть Бога не хватало, зато надежный тыл. А в небесах, как прежде, власть правды и добра, и в вере, и в надежде опять душа храбра. Любовью лечат души героев, сыновей, и яблони, и груши, и хлеб с родных полей. Любовью лечат души героев, сыновей, и яблони, и груши, и хлеб с родных полей. 4 года с лихом у доменных печей, в 4 смены тихо, без пламенных речей. Пусть яблони завяли в мороз до синевы, они на смерть стояли, Катюши у Невы. Пусть яблони завяли в мороз до синевы, они на смерть стояли, Катюши у Невы. А в небесах, как прежде, власть правды и добра, и в вере, и в надежде опять душа храбра. Любовью лечат души усталых сыновей, и яблони, и груши, и хлеб с родных полей. Любовью лечат души усталых сыновей, и яблони, и груши, и хлеб с родных полей. Знаешь истории? Да, во время. Ё-моё. Снимай. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелым человеком. Да. Да. Воевал и воевал доблестно. Приветствую всех свободных людей нашей большой, прекрасной, свободной страны России. Надо. 23 февраля, красный день календаря, замечательный праздник сегодня, день защитника Отечества. Есть такой журналист по фамилии Берлизин, народный журналист из города Курска. Вот он замечательный выпуск сделал. Раз офицеры в России, это позор России. Я с ним согласен. Это позор. Ну как, нормально, да? Меня показывают? Да. Ну, все. А там все. Ну, я в зеркало их вчера видел. Также и так показывают в зеркало. Меня. В зеркале меня. Зеркало меня. Мы дети двух веков, на нас грехи столетий, предание стариков, лишь в поиске кто третий. Нам все равно кто прав, нам по боку виновный, свободы все поправ, на нас кричит верховный. Пора на войну, пора. Эй, народ, пора на войну. Пора, эй, мужики, пора на войну.
пора на войну. Пора быть дети двух эпох. Нас бросили в парашу, здесь каждый третий лох. Не ценим жизнь мы нашу, герои дураки, а патриоты гадость. Нас кинули волки, и звук трубы нам в радость. Пора на войну! Пора! Дети двух начал, и сатаны, и Бога. Пускай Христос кричал, у нас одна дорога. И нет спасения нам, и нету нам спасения по нашим же делам. Кричим у вознесения, кричим у вознесения, кричим! Пора на войну! Пора! Ну нет, а для них же может быть и странно, что вот человек прочитал один раз, да, и помнит. Ну может быть такое. Ну да. Ну возьми этот. Вот, ну есть же у людей, у которых память не развита. А я вот прямо это прочитаешь и прямо детали помню. Прям все даты там и все, все, все. Баня. Вон он едет. Едет, да? Третий. Твой? Я поставлю. Автобус. Ну прям вовремя, чтобы не замерзнуть. Да, мы с тобой молодцы. Чтобы все успели добежать. Красавец мой. Наверное, последний день сегодня работаешь. Наверное, вон. Что-то какие-то козли. О, точно твой. Домой. О. Торопятся с войны. Ели. Герои. Русские сыны. Герои, Россия мать, спешит их встретить и обнять. Домой, домой душа летит. Здесь нет войны и нет обид. Пока-пока. Здесь все свое, здесь все родное. Земля и небо голубое. Дорога домой далека, дорога домой нелегка, дорога домой, дорога домой. Начальница пришла к ним какая-то новая. Здесь чистота и снег вместе лежит. Вместе с ними теперь, говорит, я, говорит, вас теперь координировать буду. Зима в сугробах ворожит, но и за Надя столом довольна, в родном кругу. Мы любим снежную пургу, а летом воздух сладкий мед. Кто здесь не жил, тот не поймет. Мы песни русские споем. Ну что? Нас дома ждут, и мы идем. Вчера видео смотрел. Белорусское. Вот я вам сейчас включу. Я полковник Кривоносов. В ходе 6-го Всебелорусского народного собрания
удостоился чести и получил от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать военнослужащим вооруженных сил Республики Беларусь. Нелегка дорога домой, дорога домой. Лишь ночью живут во мне друзья, убитые в войне. В чужих краях, в чужой стране. Но это будет лишь во сне. Домой воротятся с войны герои, русские сыны. Это вообще кошмар. Передают силу рукопожатия друг другу. Дожили, е-мое. Дожили. Дорога домой. До светлых дней. Дорога домой. Дорога домой. Отсидеться не получится. Есть такой воронежский видеоблогер Павел Сычев. Мы давно с ним общаемся, разговариваем так в телеграме. По-моему, он к нам на прогулке свободных людей приезжал. Там много людей приезжали с разных городов. Поэтому я так вот не помню. Он не он. Ну вот, в это воскресенье или субботу проведем с ним совместный стрим. Сделаю я с ним стрим, так что смотрите, какой анонс сделаю. Холодно на улице, поэтому я долго сегодня распинаться не буду. Еще раз повторяю, телефоны дети наши раздолбали. Поэтому было бы очень здорово, если бы кто-нибудь денег кинул на счет. Вчера попросил, никто не кинул. Ну, в любом случае, спасибо за внимание. Берегите себя. Зайдите к народному журналисту Березину. Послушайте, как он поздравляет наших доблестных офицеров, доблестных в кавычках. Я тоже им недоволен. Я тоже им недоволен. Я помню, как в 2004-м, что ли, когда там Путин на второй срок заходил, я именно в этот день, день его инаугурации, давал концерт бригаде чеченской, сибирские медведи, шамиры, русские медведи. Недумовцам рассказывал я о том, какой Путин молодец. Никто меня не просил об этом. Я просто знал, что он молодец.